Ему дают готовые стихи, как ему говорит, что где надо сниматься, в каких ролях. Он снимается. Играет и убийца, и не знаю, кого угодно. А тут исполняет. О какой оппозиции может идти речь? Еще раз говорю, если я вам показывал бы фотографии, где Путин награждает, это, конечно, честь. А его портрет, у него вот кухня, где дверь. Прямо наверху, вот фотография, это портрет Путина. Я сам смеялся, я думал, это что такое? А говорят, а что? Я говорю, вы к ним относитесь хорошо? Говорит, очень хорошо. Я говорю, подождите, вы же про него постоянно же, говорю, фигачит с утра до вечера. Понимаю, говорит, ну за это мне платят деньги. А я читаю, исполняю. Причем, говорит, из моей позиции. У меня другая позиция.